конца прошлого сезона, начало нынешнего. Одна победа. Это победа в последнем туре чемпионата предыдущего. Победа здесь над Ньюкаслом, которая сохранила прописку в премьер-лиге. Внимательнейшим образом Себастьян Бассонг следил за своим визави, а затем отлепился от него и совершенно забыл. И вот так Митрович сначала попробовал сыграть в стенку, а затем уже Муса Сисоко, посмотрите, сначала сделал паузу, вроде бы собирался бить, и увидел, что Вейналдум-то совершенно один. И вот Жоржиньо Вейналдум, третий его гол в чемпионате. Зависело, при том, что очень много позволяет Ньюкасл бить по своим воротам. И вот, пожалуйста, лишнее тому подтверждение его шикарного удара. Вот он был по центру, и из-под шанселя Мбемба пробил великолепным образом Робби Брэди и Роб Эллиот. 29 лет, ирландец, сильнейшим клубом которого в карьере был Чартон. И вот уже к развитию событий защитника Ольсона. Классная передача шведа с фланга. И Дьомерсим Бокани забивает ответный мяч уже на 20-й минуте. Замечательное подключение Ольсона. Ну, я думаю, что в целом газон в порядке. И в этом мы могли уже убедиться. Еще один мяч Вейналдума. Как Муса Сисоко здорово ушел от соперника. Как аккуратненько навесил. Просто как будто рукой положил мяч на голову. Очень это все дело красиво было сделано. Ох, какая, да, такая крученая, аккуратная. Прямо в рост долговязому Вейналдуму. И он свою квоту из-под защитника пробьет. Из-под Ольсена подбор. Еще 3-1 за 32 минуты. Ньюкасл разродился уже хитриком общекомандным. А Йосе Перес так подкрался в штрафную, пробил. Мартин Ольсен неудачно так сложился. У него поехали ноги, он не смог тут же вступить в отбор. И вот из-под Рассела Мартина такой прошивающий удар Айосе Переса. Между ног, да, капитану Норвича мяч проходит в итоге. Ольсен. Подача Ольсена хороша! И мяч в воротах Нейтан Редмонд! Ответный мяч Норвича спустя каких-то полторы минуты всего. Снова Муса Сисоко смотрит футбол, рассматривает во всех подробностях, как же делает кросс этот красивый Мартин Ольсен. А там на дальней штанге всеми забытый Нейтан Редмонд. Вынимайте, пожалуйста. Роб Эллиот абсолютно бессилен здесь помочь. Да, эти канарейки-то держивают контратаку. Такие вот у него мягкие движения. Передача удобная, мягкая. Четвертый мяч Ньюкасла. Передачу первую отдал очень хорошую на Айосе. Ну и дальше замечательно, мягко. Посмотрите, как, а, в грудь сербскому нападающему. И тот расстреливает Джона Ради. Вейналдум. Здорово играют, как и Жоржиньо Вейналдум. Три пальца показывает болельщикам. 2012 года. Положение вне игры Сисоко. А выбегавший из глубины Вейналдум в правильной позиции. Хотя, наверное, опять же, неправильно говорить, что Сисоко не участвовал в эпизоде. Так или иначе, мяч защитом. Ух ты! Еще раз каркас ворот. Да, самое основание штанги принимает на себя удар Нейтана Редмонда. Очень зряче он пробил и не среагировал, и не дотянул. Видел Айосе Перес. Вейналдуму поэтому, не глядя, отдавал ему на левый фланг. Удар! Вейналдум 4! 4! Он разжимает теперь из кулака 4 пальца. Болельщикам Ньюкасл в целом, но и Жоржиньо Вейналдум персонально. Как попал, а? Просто классно.
Было небольшое касание, что окончательно дезориентировало Джона Радди. Небольшое касание от Уитакера, мяч так резко взмыл.